С некоторых пор вынести мусор многим жителям индустриального района стало просто невозможно. Баки переполнены и буквально похоронены под грудами отходов. А ведь счета за вывоз мусора от коммунальных компаний местным жителям приходят исправно. Я и хожу раз в неделю. Придешь, а полным-полно. Бывает еще больше, бывает до дороги. Даже не пройти к дому бывает. И как? Да все ругаются, все недовольные, все жалуются, звонят. Бывает по 3 недели, по месяцу лежит мусор. Наша съемочная группа побывала по нескольким адресам: Адоевского 35, Стахановская 23 и Мира 109. Но жалобы поступали из других улиц города: Советской Армии, Нефтяников, Чайковского. Выяснилось, виновник мусорных завалов во всех случаях один – управляющая компания УЖЭК. В администрации района заявили, что коммунальщики не справляются с установленным графиком вывоза отходов. В адрес компании за последние 2 месяца выписано 11 административных протоколов. Но ситуация не изменилась, и чиновники пошли в наступление. Данные площадки будут ликвидироваться. В отношении 2 площадок мы уже произвели замену. То есть до конца месяца мы все 7 площадок точно заменим на новые площадки. Ну и планомерно будем работать в отношении всех остальных. Но с одной оговоркой. Администрация заменяет площадки, расположенные на муниципальной территории. Мусоросборники, организованные на придомовых территориях, могут быть устранены только с разрешения жильцов, которые должны провести общее собрание и направить письмо в адрес управляющей компании. На всю эту волокиту уходит время, за которое горы мусора во дворах только увеличиваются. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.